значит, вы отдаке, да? Да, верно. А вам повезло. К нам не так-то легко попасть, и такие деньги в Леху бы вам никто не отдал. Обычно к нам обращаются в экстренных случаях, когда нужны большие деньги на операцию, либо уже долг не терпит, и вам угрожают расправой, либо отмазаться от какой-нибудь уголовной статьи. Кредит мне нужен для поездки. Не деловой. Это что-то новое? Куда летим? На курорт. С женой? А это важно? Слушай, ты меня в этом году куда-нибудь свозишь? А ты куда хочешь? На острова. Для меня нисколько это не важно. Итак, я смотрю, что у вас здесь история не очень хорошая. В смысле? А ничего, что ты как 2 года отправил свою старую мать в дом престарелых и ни разу ее не навестил? О чем это вы? Здесь сказано то, что 2 года назад вы брали кредит в банке на немаленькую сумму. Еще несколько просрочек. Вы прекрасно понимаете, что в нашем деле это не приветствуется. Да, я в курсе, разумеется. Тогда у меня были некоторые проблемы. Но сейчас у меня все хорошо. И из-за этого я обратился именно к вам. Ну да, твой, конечно. Может, еще такие больше денег даст. Ты помнишь, я выкинул все свои портфели. Я вообще не понимаю, что сейчас происходит. Оказывается, в период вашего кредита счета вашего ошибки были заблокированы, если тебя смущает. Знаете, я, наверное, лучше пойду. Постойте, постойте. Вы, наверное, расстроились. Да ведь все исправимо, тем более вы отдаки. А как это можно решить? Нужно взять на себя дополнительные обязательства. Да. Я слушаю. Признай свои грехи. В общем, переплата составит 53%. Но я думаю, это стоит того, чтобы ехать на Магамову. Приятной компании. Я согласен. Ну вот и славно. Распишитесь.